Буэнос Диэс. Здравствуйте, блядь. Последнее видео про токарный станок изрядно нашумело. Ебланский халат синего цвета, по сути, вам нахуй не нужен. Отправляйте нахуй халат далеко подальше. Работать на токарном станке с длинным рукавом нельзя, блядь. Если вы будете шкурить вал с длинным рукавом, вас намотает на токарный станок, и вам пизда. А убирать стружку руками при включенном станке нельзя, блядь. Для этого существует вот такой крючок. Охуеть, да? Если вы будете убирать стружку при включенном станке, да еще и в перчатках, вам точно пизда. Стружка может зацепиться и оторвать вам пальцы вместе с перчаткой, нахуй. Поэтому в перчатках на токарном станке работать нельзя, блять. А воздухом чистить станок после того, как вы закончили работу, не рекомендуется. Берем кисточку и ебашим. Ах да, еще ключ оставлять вот в этой хуйне категорически запрещено. Потому что если ключ вы оставите здесь и нечаянным образом включите станок, короче, он сделает вот так. Всего сказанного в прошлом видео всерьез я сказал только про очки. А вам я желаю хорошего настроения. Все, адьос нахуй.